Привет всем, кто смотрит меня. С вами клуб садоводов Хабаровск с Александром. На улице февраль, 18 число. 2 месяца назад мы ставили на выгонке тюльпаны к 8 марта. 17 декабря я их установил. Видеопосадки есть в плейлисте выгонки. Через 1,5 месяца я их достал из прохладного темного места на свет. И вот они с позавчерашнего дня прямо начали, можно сказать, бурно цвести. Делаю для себя вывод, что дело высаживать надо было на 0,5 месяца позже. Тогда бы они к 8 марта и зацвели. Ну, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Из всех я высаживал 3, 5, 6, 7 горшков. Таких вот овальных. Один я уже выбросил. Какая-то болезнь у них появилась. Вот. Плесень. И вот второй горшок уже на выброс. Если кто знает, что это такое и как с этим бороться, пожалуйста, напишите в комментариях. И еще, которые цветы повыше, здесь, естественно, теплее, они пошли в цвет. А вот которые внизу на прохладном подоконнике стоят, вот вижу еще одна луковица больная, они еще пока готовятся только. То есть это еще зависит, видимо, от температурного режима. Выгоняю тюльпаны впервые. Теперь будем знать числа, сроки и температурный режим. Вот неизвестная болезнь только для меня. Смотрите также видео на моем канале про укоренение черенков винограда. Высаживание их. Вот я вижу, уже корешочек появился. Точнее, дошел до сюда. Не так давно высаживал. Размножение роз, в том числе и комнатных. Размножение хризантем черенками. Вот я их, они уже готовы к черенкованию. Наверное, завтра или сегодня начнем их устанавливать в торф таблетки, в водичку, в перлит. В перлите отличные результаты получаются. На этом с вами прощаюсь. С вами был клуб садоводов Хабаровск с Александром. Всем пока.